прервалась запись у нас. Пишем вторым кадром. У нас уже полчаса прошло. Думаю, если будет погода, то уже можно будет лосину ставить через недельку. Может, даже раньше. Сейчас посмотрим, что здесь с краю у нас. Рамка тяжковатая. Тяжеловатая. Да. Они пчел не дают поставить рамку, сколько сидит. Так, сгоняем пчел, чтоб не подавить. Ставим рамочку. И думаю, на такое количество можно еще пару рамок корма кинуть. Я то думаю. Думаю, что-то они злятся, бакфасты. Это напали на их воровки уже. Вот здесь Аня закрыл улей. И столько пчел сразу появилось. Короче, надо все закрывать уже. Походу. Сейчас закроем бакфаста и здесь выгоню все и закрою. Не думал, что уже так пойдут. Сейчас воровки сразу. Поставим эту рамку. Такую полуотстроенную. Будет им работа. Буду строить. Вот. В итоге этим пчелам мы что сделали? Поставили. Три рамки с кормом. Ну не с полным таким. Эти вот что пустые сейчас у них. Будем матка яйца ложить. Пыльца уже пошла. И пыльца пошла, и корма я им дал, получается, три рамки. Будут развиваться у нас пчелы. Так. Думаю, все. Добавил я еще две рамки. Это у нас получается 11, так, 11, 12, 13 рамок с кормом, 3 и остальные там 2 расплода, остальные все пустые, пускай сидят на пустых, там матка будет гнездо залаживать. Корм я добавил, то думаю, расплод пойдет сейчас хорошо. И хорошо, что все весной поставили канди. То, что если бы не канди, эта семейка бы накрылась. Съели они у нас пол лепешки, где-то пол килограмма за месяц съели. Вот такая семейка. 11 рамок пчел вышло зимы. И весь корм был съеден. Так что лишний раз стоит и залезть весной, особенно такой затяжной. Сказать, 4 апреля и только-только первое тепло было.
Хотя пчелы облетывались последний раз где-то 14 декабря. Облет был 14 декабря в том году. И просидели это они январь, февраль, март без облета и апрель, ну не половину, 3,5 месяца без облета. Весь корм они расходовали, что был. Оставался пятачок в начале, видео вы видели. Остался пятачок всего лишь корма. Не знаю, как они и дотянули на нем. Не считая канди. Короче, будем все это дело сейчас быстро закрывать. Потому что уже здесь полное воровство пошло. Сколько пчел. Сейчас все выгоню быстро и закрою. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.